Доброго времени суток. Благодарю вас за то, что зашли на канал. Сейчас у нас замечательная погода, а с утра лил дождь сильный. И ветер такой был сногсшибательный. Смотрите, какая красота. Тюльпаны. Чей-то зонт поломался. Кто-то дождик ждал, чтобы огороды ему полить. Какая красивая. Пойдем немножечко погуляем. Покажу вам красивый сквер. Свежо, хорошо. Есть чем дышать. Хотя вот рядом дорога автомобильная. Красота. Пахнет. Камера снимает. А я ее. Нас снимают, мы снимаем. Никого нет. Скамеечки мокрые. Здесь камера, где камера? От мандалов, чтобы разрушений не было. Пусть ваши глазки порадуются такой зелени. Не так ее уже много во Владивостоке. Везде постройки какие-то. Помните, здесь кит в этом месте был, его уже нет. Вот такие вот качели. Это сквер на пересечении улицы Русской и проспекта Столетия Владивостока. Здесь он появился в середине 80-х годов. И тогда на благоустроенной территории перед торговым комплексом, здесь вот универбыт, размещался небольшой фонтан. Здесь китенок был с разинувшейся пастью и стал частью фонтана. Дорога. Да, в город, а это наоборот, в эту сторону из города. И дальше можно доехать до Уссурийска. Сначала Артем, Уссурийск, Хабаровск и дальше, вглубь всей России. Можно доехать отсюда из Владивостока прямо до самой Москвы. Дождик полил. Какую красоту. Как и везде электросамокаты. Скоро будут в моде велосипеды электрические. Пока самокаты. Посмотрите, какая. Здесь пустая вещь. Даже точка для мороженого.
все поют. Прекрасное майское утро. Сегодня 21-е, воскресенье. 23-го здесь во Владивостоке последний звонок. Мусор убирают здесь, чтобы было чистенько. Одно из мест, где можно совершить прогулку, посидеть на лавочках, скамеечках. Есть видеонаблюдение, так что это помните. Если хотите с чем-то посидеть, с какими-нибудь напитками, то не здесь. Лужи, еще ветром их не унесло. С утра думала, что все здесь посносит. Такой сильный был, зонты ломались. Это и быстро прекратилось. Погодка наладилась. Я вышла поснимать для вас. Мало просмотров, чтобы больше для вас снимать. Смотрите, лайки там ставьте, продвигаем канал. То что-то долго все это тянется, надо больше и просмотров, и подписчиков. Стремимся пока к 1000. Дальше больше. Поснимаю здесь, в этом районе. Сегодня такая прогулочка приятная для глаз и для хорошего позитивного настроения. Показываю вам зеленый Владивосток. Кстати, из последних новостей сейчас Зеленский в Японии находится с визитом. Мы же здесь рядом. Рядом Южная Корея, Япония, Китай. Посмотрим, что этот визит принесет. Там саммит. А мы ждем хороших новостей и мирного неба. Желаю вам добра и позитива.